мне посчастливилось наблюдать ваши отношения, и действительно вижу, что ты себя ведешь довольно мудро. Вы познакомились, когда у него был, если я не ошибаюсь, арендованный автомобиль, да, и 2 рубля в кармане. Да, и многомиллионные долги. Да, и я увидела тот самый потенциал. Ты знаешь, у меня есть такой пример с английским языком. У меня он не perfect, но я как-то жила, путешествовала и как-то справлялась. Когда появился Саша, у него все прекрасно, и в каких-то заграничных поездках я не лезу решать со своим вот не лучшим английским, но тем не менее я бы справилась и зарегистрировалась, узнала, когда завтрак, где экскурсии можно там, да. Нет, я просто пам-пам, стою и радуюсь жизни, рассматриваю красоту мира. Санек все решает, он мужчина, но при этом, если его не будет, я не пропаду.